Всем привет, с вами Фрост и парниши, мы продолжаем наши эпичные собирания шерсти, да? Я наконец-то разобрался опять с Фрапсом, после переустановления систем я наконец-то разобрался опять с Фрапсом, со Скайпом и так далее. Теперь можно стабильно записывать без каких-то либо непредвиденных багов, лагов, подключения звука и так далее. Я надеюсь, вы не против того, что я выпил зелье ночного зрения, потому что здесь реально очень темно, и вам здесь будет ни черта не видно, поэтому ВДВ, ай, черт это, непредвиденный подмог, черт! Ладно, зеленый толпой затащит. Блин, ломай все время спаунеры, а потому что ты никогда бы не спаунеров не ломаешь. Ай! Их надо истреблять. Черт, меня бомбанули. Я бомбанул. Ооо, как мне нужно. Тихо, меня окружили, Хьюстон, нужна подмога. Ай, да ты меня, а меня не окружили. Нифига, тут скелетов 7, наверное. Ааа, из сушителя бежим! Мы сначала бежим туда, потому что я там на крыше видел. Нет, не надо. На крыше! А, видел сундук с шерстью. И здесь просто. А, черт, это не то, а из сушитель, черт, нет. Ушел он отсюда. Фиг тебе. Ааа! Спарту мне сделали. Леонид не против, ладно? Ладно. Так, и что это за какая-то... Вот давай! ...здание, где вообще ничего нету? Ты куда пошел? Я не знаю, куда ты пошел. Нет, сенсей! Я пошел там, где есть что-то. Там, где есть хоть что-нибудь. Ой, сенсей, ладно, погоди, я тогда про ТП-шусь. Да, про ТП-шуйся. Все, нафиг ломаем спаунер, они реально задолбали. Переборок вас здесь! Вас здесь переборок валит. Я телепортирован к парнише, блин. Парнише, ну могёшь. Я просто случайно... Спорта, вы давай, черт! Пошли все он от нету... Ой, ты тоже попал под раздачу, так понимаю. Черт, спаунпоинт нужно прописать здесь, черт. О, сундук. Так, сундук, давай, я пока ломаю спаунер. Так же давай, в общем, оперативненько работать, ушатай скелета. Да подожди ты, спаунпоинт, я прописался у них здесь в квартире. О, да, отлично, меч, острота. Наконец я нашел меч. Ого, тебе глаз проткнуло. В бровь прям. Прямо в бровь. Прям в глотку, понимаешь? Кстати, в кадык попало, да? Кстати, вон два сундука. А нет, это один сундук. Уголь. Еще уголь. А, здесь зелье, ладно, я всех и заберу, тут на силу еще сенсей. Смотри, какой смотрит, да? Опа, так вот. Так вот, о, все, сенсей упал. Знаешь, что надо сделать? Черт! Знаю, ломай его, быстрее ломай. Ломай спаунер, сейчас вытащи я меня, дай мне меч. Вот так меч. Вот, нет. Так вот. Да, до свидания. Леонид Петрович, нет, я хотел. Ну ладно, я думал, будет все немного по-другому, черт. На меня напали, Хьюстон, нужна подмога срочно. Черт, они десантируются, на меня ВДВ напало, черт, быстрее, сундук, броня, нафиг, черт он. Все к черту, пошли вон отсюда, черт, у меня здесь лагает, дурацкие мобы, у меня от вас лагает. Ой, я нашел хороший золотой топор, неэффективный. Черт. Что такое? Нет, осушитель, не подходите. Так, я очень зол, очень опасен. Сейчас я, пожалуй, вас тоже провалился, а я вот так вот сделаю. Черт, я все равно мру, нет, меня убили. Ё-моё, все, кончилось зелье. Все, будем в темноте теперь. Черт, сначала я спаунер. Спаунер. Сам. Ломаем спаунеры, конечно, ломаем. Блин. Сломал, погоди, да? Стой, откуда? А, я там спаунер вроде сломал. Ну, так, бежим. Так, тебе давай до свидания. Помогать не буду. Кстати, здесь сейчас просто арман, сейчас просто нафармим фига брони. Черт, они сверху десантируются. Где вы тут были? Черт, все, я закрыл. Все, я в домике. Фух. Все, мне. О, я нашел кирка. Много печеной картошки, блин. Хотя, ну ладно, я заберу. Просто еды мы у нас дофига. Только мы все время умираем, и нам она не надо. Это само собой разумеется. Кстати, вот ты где сидишь, вот так вот. Так, все отлично, я. Зелененькие, идите, к папочке, идите, где вы тут? Да, нет, это было не по плану, нет, не взрывайся. О, ты чё, за столом, а? Вот так вот. Да чё, ну зачем ты взорвался, а? Кто тебя просил? Да откуда вы все лезете? Заколебали. Серьезно, здесь перебор с мобами. Автор переборщил с мобами. Здесь. Черт, о, сундук, картофан, быстрее нужно забрать картофан. Нет. Ой, хотел мне не. Я тут какую-то библиотеку, в общем, нашел, но тут дофига, в общем. Прописка я оформлена, прописался. Вообще, как наглый таджик прописался, даже не спросил хозяев. Так, все, тихо. О, я железный на родик нагнул упорность и на ШП еще стреляю. Блин, меня сейчас ушатали. Так, это сила, зелье. Черт, прописка. Прописка оформлена. Черт, здесь прибор скелетов. Ты знаешь, я так подумал, это понадобится, да? Да, я не вижу ни черта, подожди, я не слышу, не вижу ничего. Лучше не вижу, здесь чарка есть. О, здесь есть чарка, быстрее ломай эту фигню, все, я еще жив, цел.
Так, кстати, у меня 40 уровней, надо это самое. Мне 29 уровней, но... Почему ты мне чарить, да? Нечего. Да хорош! Да нет, ну най. Ну, пожалуйста, да такой, да? Хорош, всё, пошли вон отсюда. Ломаем быстренько, ломаем. Ботинки. Ломаем, смотрим. Да обжились. Так. Рыба, вы пошла нафиг, рыба. А, нет, не то. Пошло вон отсюда. Прописка оформлена. Вообще говорю, так, обжились, говорю, мы броней так нормально уже. Вообще, я вообще зачетно поднялся на броню. Черт, я зря здесь прописался, здесь нехорошо прописываться. Ой, а я, в общем, так, месть, на... Подвал спустился, тут библиотека, в общем, тут дофига сундуков. Черт, сушители, меня сушат! Непроизвольно сушка быстро. Железные ботинки. Там о, он... они на невесомость, это хорошо. Что? Я просто уже... зачаровали. Это нафиг она сдалась? Отвалить от меня, скелет, вы заебали. Не чарить-то нечего, у меня все зачарено. Ой, черт, там был сундук же. Блин, чё б зачарить, а? А чинить тут нельзя, да? Привет. Мне просто 40 уровней, надо... Месть будет жесткой! Иди сюда, я вас сушить буду, насильная сушка. Вот так вот. Методика работает. Ну, юги всегда такая. Добыча 3, да всегда такая. О, еще один железный шлем. А, так, я так прописка. Подобрал. Прописка. На защиту, на взрывоустойчивость, подводное дыхание и подводник. Проклятый, как же здесь лагает с этими мобами? Блин, тут, ё-моё. Кстати, тут столько сундуков в этой библиотеке. Чёрт. Ну, ладно, я прописка. Прописка. А ты со мной поделишься что-то со мной? Чем я с тобой поделюсь своими смертями. Кстати, мы сравнялись. Это ты сравнялся. Я так понимаю, что там хорошо. Позитивно, так понимаю, что там вообще. Черт, прописка. Прописка. Прописка, все, отлично. Прописка оформлена. О, алмазная лопата на активность 3. Вот это затащил. Нет! Ну нет, ну найн. Привет! Я вижу вас тут весело. Я, конечно, порадую послушать твои замечательные истории, но у меня здесь такая движуха, что я не успеваю ни черта сделать. Вообще ничего. Так, всем привет, всем до свидания. Короче, это бесполезно. Да ломай быстрее, киркан, эффективность как-никак, быстрее ломай. Прописка. Все отлично, прописка работает. Я тоже в алмазных ботинках, в общем, буду. Поздравляю. Поздравляю парнишу с алмазными ботинками, подарим ему тортик или просто леща, отлично. Рыбёк такой, так. Я топор нафиг сдался. Нафиг мне нужен ваш топор, вот черт. Мертвый, черт, значит, что он хотя бросит эффективность. Нафиг. Нафиг ваш топор. Да все, десант, десант вниз. Ты десант, говорю. Десант. Там, кстати, дофига вот брони. Десант. Черт! Прописку себе испортил. Черт! Черт! Нет! Черт! А, за мной тут. Да хорош! Так, здесь все уже был, да? Так, надо же, я... Ну, скелет, ну, серьезно, ну, отстань. Как ну... здесь выше подняться? Где здесь проход выше? Алмазная лопата. Вот это тоже, знаешь, как очень прикольно. А! Пошел он отсюда! Я теперь зато буду быстро скапывать песок. Иди сюда! Блин, иди сюда, пошел сюда, да? Я выберусь, нет, мне интересно. Я просто бегаю, тут нахожусь на дуке, там, кстати, так, все, прописка. Они так нафармил. Прописка. Фу, я выбрался из какой-то клаки. О, там есть секретный сундук. Я нашел секретный сундук. Еще. Ты где? Сундук что там? О, там шлем. Защита 1. Так. Че, выкинем. Ты знаешь, сколько этих шлемов? Золотых. А, выкинем мы картошку. Блин, ты спавнер что ли где-то? Че-то тут дофига скелетов, тут гми так. Мне надо немного подняться повыше. Там уж здесь что-то как тухло, здесь ничего нету. Так, там еще целая куча других домов, я не знаю, полезли ли мы их исследовать. Погоди, просто я здесь. Хочу библиотеку, она очень просто тут дофига сундуков. Спарта! Ха-ха-ха! Черт! Спарта не работает. Черт. Да Спарта, хорош! Ну, нет, не мне, не надо мне Спарту делать, не хочу Спарту. Меня... А, Спарта. Нехорошо. Нехорошо. Ой, бомбят. Ой. О, ломаем. Прописка, быстрее, прописка. Нет, прописка. О, еще железо. Черт, вас здесь слишком много. Блин, вот, отлично, ломать друг друга, тебе Спарту. Железом. Ладно, хоть Спарту успел сделать. Вот это ломаем, я вот, конечно, быстрее, удачным, эту библиотеку. Быстрее рейд по этим. Черт, я сейчас столько здесь опыта подниму. Черт, не прописка. Ух, я успел просить. Месть тебе! Месть. Вот так, вот это вот моя месть тебе. Так, зигзагами, чтобы не попали быстрее скапы. Черт, здесь просто нереально. Здесь нереально выжить. Только я тут штанов, я только тут вот не нашел. Штаны, плевать на штаны, бежим отсюда. Серьезно, штаны... Спарту не надо, бежим выше, мне надо залезть на крышу. Умотались. Черт, нет. А хотя у меня есть штаны, но они просто ой. Железные. Ой-ой. О, еще железный нагрудник. Спарта, нет, Леонид, привет.
Чай будет? У меня уже места уже нету под броню. Чай с печеньками у Леонида. Нифига вам. Черт, я сломал. Вот так вот там. Вот так вот. Опять мы где-то прописка? Порознь. Да, я так понял. Прописка, ходим. Меч. Так, что у меня? О, тут? Я... Что у меня здесь есть? Значит, я нашел. Стак, все, вы меня это... разозлили. Все, убивайте меня, давайте. Сейчас я вам устрою. Что там такое устрою? Все. Блин, у меня уже места нету, ладно. Вот я... так вот, вот вам сейчас всем вам будет здесь счастье. О, скорость, вот так вот. Ай-яй, черт, что здесь творится? Мне не дало этого силу. Все, ломаем, ломаем, ломаем быстрее. Быстрее по максимуму все ломаем. Все ломаем, все ломаем, все ломаем. Все, сейчас вас всех поскапаю из-за чертовой бабушки быстрее. Не та скорость. Блин, меня убили. Я все профукал. Быстрее, быстрее, вот так вот, так вот. Ты там броня от него шаталась. Фух. Броня? Это я в одних холмазных ботинках, которые я уже... Я теперь могу ей просто буквально раскидываться, а я просто тут вообще просто... Ты попал, петух, иди сюда, вот так вот, все. А, железная лопата, тебе взять за железную лопату, у меня просто уже алмазная. Не надо, мне бы перестало кирса. На груди... Мне было мне вообще не мешал, так все шерсть, я надо было шерсть. Сбросить. Все, можно проваливать так, из этой дурацкой направо, прогнившей локации. Мы. Я забрал все, что хотел. Ты что, помнишь, по мне попасть? Скелет, ты что это? Тут откуда? Что там нашел? Сколько стрел? Сколько стрел? Так, я опять заклин, я тут был. Я просто тут уже запутался в этих лабиринтах. Так, теперь давай я к тебе телепортируюсь, давай, ТП. Парнись, ша. Все, отлично, я здесь. Вот, я здесь. У меня просто тут лабиринт, и ты, ну, в принципе, я уже тут. Ну ладно, я попробую сейчас. О, ботал. Блаженно, в лабиринте не лагает, наконец-то. Блюра нету. Тебе что-нибудь скинуть? Нет, у тебя есть, может, нормальное. О, сундук. Найти. О, нифига себе, тут брони. Тут такие все сундуки были. А? Пустой сундук, ё-моё. По что харду пойдем, да тут так столько брони было, да ты бы видел. Да у меня все просто в мечах, в железных, все, в общем, у меня все тут в железе. У меня теперь долго, в общем, будет защита. А что там нашел-то? Да так, блин, мне нужен топор. Вот почему я не взял топор, а? Я тебе сейчас дам топор. У меня есть железный топор. Копай, копай, копай доски, копай, копай, копай все. А что там в сундуке, кстати, было? Там железная броня и железный меч. Кстати, мне как раз нужна была железная вот эта штука, но это вообще. А у тебя есть штаны? Нет железных, мне просто нужны штаны. Штаны? В обмен на что? Мне просто, знал, на мне броня горит просто. О, мне надо за чари, кстати. Погоди, ты где? Я у чарилки. Сейчас мне опять за жаль я буду принимать. О, 30 уровней! А, здесь же книжки повсюду, шикарно! У меня 40... у меня 43 уровня, кстати, еще один сундук. У меня уже 5. Это я уже там был, я там уже все обчистил. Хотя нашел только один сундук, ты уже все... Ой, еще сундук. Черт, ты уже здесь был. Ну, тут, я не знаю, тут я не особо тут в них не ориентируюсь, я просто бегаю. Нахожу, да еще б тут ориентироваться, и блин, тут... Тут офигеешь ориентироваться. О, еще одна зачарка. Еще сундук. А, скелет. Скелет, так, давай, до свидания. Был в этом сундуке. Еще зачарка. О, кстати, подъем наверх. Да, тут... ЗСС библиотека! А зачем за ты книги? Копал книги? Зачем они тебе нужны? Да не, мне не нужны, я просто хотел пробуриться. Все, я сваливаю отсюда. О, Спарта, Леонид, все, прописка. А! Ой, не прописка. Да проваливаем отсюда, быстрее бежим отсюда. Нам надо отсюда сваливать. Мне так не ответил, у тебя есть, нет штаны? Блин, да. Меч бы алмазный, это был вообще бы шикардос. Ай! Ай, почка! Почка как друшла, печень стала уже, все, надоели. Блин, долго сгилетов. Блин, там не от меня. Да ты говнюк. Да хорош, откуда тут столько? Прописка быстрее, прописка. Спалпойнт, прописка, пошли вон отсюда. Вот так вот, так вот. Штаны, говорю, есть, нет. Есть, говорю же, да. Только они мне скоро сломаются, мне будут нужны мои опять штаны. У меня есть золотые штаны. А, ну, золотые это плохо. Да понятно, что нехорошо. Да и откуда вас тут столько? Но они пошли вон отсюда. Наполовину сломанные, и они нам половину не зачали. Кстати, мне надо бы эту одну штуковину такую сделать. Ну, на, черт, надо телепортироваться к тебе. Эй, ты где? Ты куда вышел? Мне нужна зачарка. Меня усатали. А, Петровичи, откуда вас тут столько? Ё-моё, куда вас тут? Откуда вас тут столько? Откуда вас тут? Наплодилось-то, ё-моё, быстрее. Открой дверь. А, железный меч быстрее чарим на... Черт, на 7 уровней, ладно, плевать, острота 1, ну ладно. Фух. Ну знаешь, я острота 1, кстати, тоже был. У меня где-то, у меня дофига этих ничего. Спарта, 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 прописка. Да, а, черт, не та прописка. Меня, да, блин, ну, Петро меня утравил. Слушай, мы пойдем в другие дома или как?
Я хочу, да я, блин, мы, может, полностью обутаем, там просто столько неоткрытых дверей, следовательно, мы там не ну были. Нафиг, мне, понимаешь, посчитай дырки в своей заднице и скажи, хочешь ли ты пойти, у меня пирсинг сделали, смотри, у меня пирсинг в носу. Шагарно. А там, кстати, какого-то там босса или что-то, я не понял, ты тогда увидел. О, да, сундук. Босса? Какого нафиг босса? Скелетон ну, тебе боссу. Крыши. Ну или как там, сушиться, я не помню, кого там просто увидел. Я много может, кого видел. Его, свет в конце туннеля очень часто видел, понимаешь, такая тема. Быстрее, пока эти засранцы не заспавнились, быстрее. Я все спавнеры обезвреживаю, хожу, могу тут. О, тут, могу ладно, мне... тут зелье, которыми я мало пользуюсь. Быстрее, как я задолбался уже. Быстрее телепортируйся ко мне. Я здесь ты... около какого-то опять нового меня большого дома. Обогнал. Да, да ладно-ка. Меня там знаешь, как избивали? Нам... Ты воевал, я бегал по балеринту, да? По балеринту. Да просто у меня уже даже язык заговаривается. Просто да ясен, столько мобов, просто так движуха происходит здесь. О, сик вам, а не движу. Священный сундучок. Блин, на какой нафиг спаунпоинт? Хрень. Стой. Ладно, кстати, шерсть. Мы пришли сюда, кажется, ради шерсти. Я забрал уже шерсть, так что все. Все, пока. У меня о, уже кстати, шлем меня уже шатали. Так, пойдем. Опять пукан бомбануло! Опять пукан бомбануло. А, черт, все, надел. Ну все, я пукан. Я успел заметить, что я у тебя пукан бомбануло. Свечу, понимаешь? То есть ходил, тот светил своей задницей налево и направо. Так, я тебя уже потерял. Своей. Да все, я уже бегу вот в дом. Наконец-то у меня не лагает. Наконец-то закончились лаги от мобов. Все, моя волшебная кирка поможет мне справиться со всеми мобами. Прежде чем они заспавнятся. Чтобы не было проблем, нужно убрать их источник, а именно сломать спаунер. Так что, что у нас здесь есть? Что? О, стол, танцую на столе, отлично на столе, одетый на столе. Все отлично. Так, да, здесь, значит, проигрок, кстати, есть что-нибудь в печках? О, Ань, за тобой выехали. Ай, ну, убей его, убей. Да обойдешься. Я тебя всегда вот тут убиваю. Дом просто за тобой выехал, я не могу мешать. Шатай тут все. Шатай. Я шатаю стену, быстрее, я шатаю стену. Спарта, нет, черт. Прописка, прописка. Я не успел прописаться, но я выпал. Я выпал. Мне чуть Спарту не сделали. Черт, вот так, кстати, надо поесть. Я первый раз ем там. Представляешь, я первый раз ем. Нифига себе. Не, я уже поел. Вот это мы уже. О, ломай быстрее все! Шатай прописка! Шатай все спаунеры, волшебная кирка! Кирка волшебная, ой, шатай! Я, блин. Шатай, ой, говорю, шатай, шатай, я не успеваю ничего зашатать! Так, нахрен этого лазеря Спарта! О, ДВ! Черт! Блин, что мне еще бы выкинуть? Ладно, вот это все. Там, в общем, был сет уже из скелетов. Кстати, есть башка. Лазурит, башка... какой лазурит? Прописка а нет! Скелета. Черт! А прописка! Я поделюсь, там. О, кстати, да, там штаны были, которые мне уже. Ну, бежим! Ломали, бежим! Следующий! Спарта, Спарта, спаунер. Леонид! Нет, прописка! Убил! Убил! Отлично, я затащил! Прописка! Отлично! Ну-ка, прописались! Сюда. Эпичный прописка прям в полете! Быстрее просто... телепортируйся ко мне! Ваншотит! Ладно, прописка ладно, в полете! Отлично, успел! Не шатай меня! Шатай тихо, его! Погоди. Шатай его полностью! Отлично! Погоди, тебя ушатали? Так, штаны. Сенсей, у меня некогда. В броне. Сенсей, я с тобой, конечно, пообнимался, там, я не знаю, что там, что ты хотел там от меня. Блин, как но я. Обойдешь. Слушай, я их ваншочу. Ладно, я их не ваншочу. Слава но скелет, я тогда ваншотал. Моментальный урон, ё-мо! Вот видишь, вот я тебя вот спас. А спасибо. Ты вот меня вот не спасаешь. Ну. А мы были нет здесь. Стой, у меня есть эпичные зелья, накопи побольше, где побольше? О-о-о. Ты видел свою попчонку? Золотой меч, но я возьму железо. Да ну, ты говнюк! О, нифига себе. Блин, погоди, мне надо тут это, у меня просто тут все в железе, все в золоте. Блин, убей, пожалуйста, скелета. Нахрена. Да обойдешь, я занят, понимаешь, я занят. А вот у тебя они бы согрелись, а? Вот а вот это уже другой вопрос был бы. Но так как они меня не согрелись, мне норм. Кстати, надо прописаться. Где эти все проклятые, что здесь? О, снова библиотека. О, библиотека. Библиотека, я уже в центре библиотеки. О, там кожаные штаны, ну, в общем, там херня, ладно. С тобой выехали. Блин, ну тут, о, тут что, скелет с этим, с мечом? Защита 4, ну, в принципе, так неплохо, на самом деле. Ну, они кожаные, нафига они? Да чтобы были, ну, нафиг, хорош мне бомбить, а! Говнюк, доберусь до тебя, порву, порежу, заставлю съесть свои кишки с говном вместе. С начинкой, ням-ням-ням, вкусно. Так, прописка. Блин, нафига я спустился? Прописка. Верни, ты го спорту. Да наверное. Не то! А на най. Опачки.
Вот так вот. А что там было? Тогда скелет дал. Динамит? Динамит. Поставь скорее, поставь его, вообще поставь. Ставим быстрее, все ставим. Быстрее делаем. Кстати, здесь какие-то зелья есть. Плевать на все зелья нафиг. Все ставим, 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 ставим. Так, надо забрать свое мясо обратно. И так, у меня, кстати, где-то была зажигалка. Поэтому. Так, прописка, да, прописка. Прописка. Бежим! Бежим быстрее! Кстати, вот тут, вот и сверху. О! А! Чё? Ой, там был сундук! Там сундук был! Бомбанул. Я не поглядел, что было в сундуке, ты его бомбанул. Я тоже не успел. А, Спарта! О, привет! Чё, как? Все норм? Все норм? Норм. Кстати, у меня уже сломалось это. Так, чё, держи снарядов, шипы. Возьму. А, вас, кстати, самое время использовать зелье. Смотри. Смотри, что есть. А, ты убил сам себя? Убил. Это там она настолько сильная была, что я себя убил. Блин, тебе хлеб? Какой хлеб? Я выкинул хлеб. Да хорош! Спарта Леониду! Все, быстрее, спартуем отсюда. Спартуем, сегодня мы спартуем. Я выбил с этого. Шрам? Чё я? Нифига! Я выбил со скелета полный, прям целый железный на грудник, на защиты, на шипы. Я выбил со скелетов. А, да нет, осушили. О, вот это, вот это. Мажорище, просто. Не подходи ко мне, не подходи, ушатаю, ушатаю, не подходи. Раз он был на самом верху, там было что-то хорошее. Ну, наверное. То есть бомбанешь в сундук, у тебя вещи, так сказать, тоже бомбануть. Слушай, нам быстрее надо идти к выходу. Ну ладно, давай ты где-то телепортируйся. Я думаю, мы уже достаточно записали этого в канале. Конечно, весело. Ну ладно, с вами был Фрост и Парниша. Подписывайтесь, с вами держите. Всем удачи и всем пока. До встречи в следующей серии. Немного огоньку, давай, немного огоньку. Для эпичного завершения немного огоньку добавим, и Бэтмену тоже достанется. Защита снарядов у меня есть, короче. Да, поздравляю, меня убивает. Прописка, все, прописка оформлена. Все отлично. Кстати, ты что, в летучую мышь превратился? Нет, тебя убили. Блин, у меня 5 нагрудников, у меня 4 нагрудника, 4 ботинка. Вот, кстати, вот у тебя раз много нагрудников, дай мне один хоть нормальный нагрудник, да? Хорошо, а у тебя какой? У меня золотой. Так, что я тебе могу предложить? На шипы 4, на защиту 1, на шипы 2. На что хочешь, давай какой-нибудь быстрее, меня сейчас убьют. На шипы 2. Отвалите. А так на чё тебе? Да, я не помню, что ты говорил. Давай, любой. Любой, давай. Ну, он меня хочет. Я, кстати, опять пукан бомбанул. Да, у кого, мне? Ну да. Ай! Кто кому бомбанул? Так нечестно. Да дай мне нагрудник. Ходи сейчас, да, этого шатать надо. Ой. Да я целился в него. Все, нарда это говню. У меня так, жизни нет, у меня одно сердце 4, было. Защита 1, шипы 2 и на огнеупорность 2, шипы 1. Все, давай, давай. На огнеупорность давай. Все, все, давай. Все, давай. На тебе на огнеупорность, на огнеупорность. Да который там с шипами был, ты говорил. Так ты уже ткнул на огнеупорность. Ладно, ты тогда мне этот верни. Ага, шипы 4, я тебе тоже хочу такие. На тебе на шипы 2 и защиту 1. Вот. Другое дело. А ты мне дай тот нагрудник. А фиг тебе. Мне тоже надо. Да ты чё, обрел? А чё, кстати, есть шлем? А, у меня есть шлем. Я только, блин, да вон валяется, вот, бери его. Ты его жгёшь. Да всё нормально, быстрее подбирай, пока не сгорел. Кто там такой дерзкий-то, а? Кто дерзкий, а не понял, где жгёшь? Мужика напомню, вот этот. Помнишь, что какие дерзкие, идём такие, мы чё, даже не врубились, чё это нам он? Да. А вот кто-то, эпик, а чёрт! Я потерял управление! А, бежим быстрее! О, ты можешь, кстати, не прыгать, ты должен пробегать сюда. О! Видал? О! Я Шумахера тебя перегнал. О, у меня не успевает все прогружаться, психоделическая эта карта. О, вот эта дура меня определенно. Был бы еще лучше. Ай! Голова! Черт, шишку набьешь, не надо! Кому-то звонят, кому-то звонят. Погоди секунду, это тут у меня. Ждем, ждем, давай. Алло, алло! Алло, о, мне мотыгу дали. Так, ну-ка. Так, тихо. Тут где? Так, у него тут, я смотрю, большая такая это прическа такая есть. Тут, ну-ка, вскопать ее, а то что тут проборено нету, надо расчесать немного, подожди.